Всем привет! Сегодня хочу затронуть такую тему, как термокружки, термоса. Я думаю, все, кто пользуется, возникает такая проблема рано или поздно, что у нас образуется налет из чая, кофе. В термосе минимальный, но тоже уже есть. И я пробовал уже и соду, и уксус. Ничего не помогает. Так, и сегодня я в аптеке купил вот такие вот таблетки для очистки протез. Это, по-моему, Локолут фирма. И хочу сегодня попробовать, что с этого всего получится у нас. Так, давайте. Так, сейчас я включу чайник. Сначала налью кипятка немножко, чтобы прогреть саму чашку. Металл прогреется. Так, вот смотрите, налет. Так, бросаем туда таблетку и заливаем ее кипятком. Да, заливаем, наверное, сам вверх, потому как здесь тоже есть налет. Немножко размешать это все дело. Остаток таблетки. Так, и закроем. Я думаю, закрывать полностью я не буду, просто вот так сверху прикрою чуть-чуть. Вот так даже. Ну и оставим это все дело на несколько часов. Потом включусь. Так, время 16:36. Прошло уже 7 часов, даже больше. Вот, покажу. Ну, знаете, я заглядывал несколько раз. Мне кажется, что я еще бросил вот эти штучки все. Так, давайте вернем эту воду. Как видите, вода чистая, да? Ну, я не знаю. Особо результата я не вижу. Может, чуть-чуть и есть. Нет. Так, я, наверное, ну, чуть-чуть что-то, да, отошло вот. Аж нотки. Я разогрею еще раз эту воду и брошу еще одну таблетку, если
не будет никакого действия, тогда нужно покупать, наверное, другой фирмы, Корея. Все, потом еще досниму. Так, ту воду я не стал разогревать, я закинул две новых таблетки. Посмотрим уже завтра с утра, что оно покажет. Вот так я выкрутил внутрянку, тоже туда все бросил. Так просто сверху положу. Будем ждать до завтра. Прошла ночь. Я возьму чашку. Смотрим на цвет. Опа, свет воды. Вот белая чашка. Видите, вода такого желтого цвета. Вот я закрою крышку. Оп. Так, давайте это снизу куда-то. Вот такая вот пожелтевшая вода. Так, промою сейчас водой и покажу. Так, ребятки, промыл я все. Вот пружинка наша. Была желтая, стала белая крышка. Это все. Внутрянка. Так, немного света добавлю. Так, и самое основное у нас. Так, может, маловато света. Вот так все блестит внутри. Смотрите, как новое это напыление. Так, фокус. Вот так оно. Без света. Вот так. Так что пользуйтесь этим способом. Но я думаю, если не покупайте вот эти Локалут, а лучше Корега там. Локалута надо, наверное, будет больше таблеток. Корега там, по-моему, таблетки побольше. Ну реально, супер просто, как новое. Другим ничем я не смог добиться этого результата. Все чисто, все четко. Всем спасибо за просмотр, пока.